В Актау впервые прошли командные соревнования по дзюдо. Состязания прошли среди юношей 2009-2010 годов рождения. В спортивных баталиях приняли участие около 150 спортсменов из 5 районов и 2 городов. В следующем сюжете о соревнованиях молодых борцов. Маленькие спортсмены вышли на татами и показывают всю свою сноровку. А их сокомандники, ожидающие очередь, подбадривают своих товарищей. Ведь здесь защищается честь не только одного спортсмена, а всей команды. Одна из команд, пришедших на соревнования, спортсмен из города Жанаузинь. В составе команды 8 дзюдоистов. В первом круге они обыграли своих соперников и вышли в полуфинал турнира. До этого ребята состязали со спортсменами из Харкия. Одна из хороших команд – это симбиоз спортсменов из Ярала и Житабая. Мы выиграли 5-4. В нашей команде 8 человек, 6 мальчиков, 2 девочки. 2 девочек нам не хватило для победы, но благодаря выдержке и характеру мальчиков мы смогли выиграть. Областные смешанные командные соревнования среди подростков 2009-2010 годов рождения были организованы впервые. В нем приняли участие около 150 спортсменов из 14 сборных команд. Главная цель – выявить и показать лучших борцов, обучающихся в спортивных залах, отдаленных от областного центра, а также формирование сборной области на чемпионат Казахстана, который состоится в октябре. В целях развития борьбы дзюдо в нашем регионе проводятся командные соревнования. Одно из соревнований запланировано для того, чтобы эффективно подготовиться к предстоящему чемпионату Казахстана. В будущем будет проведен чемпионат области и чемпионат Казахстана. По итогам соревнований первое место завоевала команда клуба «Хайсар» имени Турара Жолдыбаева, а второе место заняла команда «Акшукур», которая уступила им в финале. Замкнули тройку лидеров команды Каракианского района и города Жанаузень, уступившие этим двум командам в полуфинале. Айжан Сабиткызы, Мангер Трахмет, Дидар.